Первое, что я хотела сегодня сказать, что, ребята, как я рада, что снова вас сегодня вижу здесь. Но, ребята, я вас не вижу. Пошумите, пожалуйста, что вы здесь. Свет софитов просто застит глаза. Я еще потеряла голос с утра, поэтому Сегодня случилось со мной все, я ослепла, онемела, и мы сейчас будем с вами общаться. На... Казалось бы, вчера мы с мужем получили классную такую номинацию «Куратор года», и сегодня я должна была, наверное, рассказать какую-то, вот, как куратор, там, как, что надо делать. Но у меня немного другая тема, оказывается. Я сегодня с вами поделюсь, наверное, Интересной штукой. Вот у меня сегодня ассоциируется, наверное, мой контент со словом зачем. Вот. И у меня с мужем два маленьких ребенка одному два с половиной года, а другому год и четыре. И сегодня я с вами хочу поговорить на тему образа жизни и возможных реальностей. Да? Потому что вот одна из возможных реальностей я только что о ней сказала, а другая я сегодня с вами стою здесь, общаюсь и делюсь каким-то своим опытом. Лайфстайл и новая реальность. Вот что для тебя значит лайфстайл? Ты когда-то думал вообще об этом? Что для тебя значит слово лайфстайл либо образ жизни? Я задумалась об этом действительно недавно, что для меня это значит. И оказалось, это навык. Первое, что мне пришло в голову, что это реально навык, который ты нарабатываешь каждый день. Это может быть ежедневные походы на работу в офис. Это могут быть походы в тренажерный зал. У кого-то раз в неделю, у кого-то два раза в неделю, у кого-то каждый день, а у кого-то раз в год. Это могут быть э, э, два раза в год отпуска. Это могут быть каждые три месяца отпуска. Это все по факту навык. Это создание своего видения. И это каждодневный выбор в пользу своего видения. Каждый день я выбираю, чем заниматься, куда ехать, с кем общаться какой бизнес строить, как его строить и так далее. Каждый Божий день я что-то выбираю. И это явно моя ответственность и моя обязанность делать этот выбор каждый день и делать его уже сегодня. Потому что то место, где ты находишься, где я нахожусь сегодня, оно будет меня мотивировать находиться там где я и был. И э, у меня одно из моих ярких, наверное, впечатлений к этому э, слайду — это мой предыдущий опыт. Я в компании 4,5 года. До этого я была руководителем в одной крупной лизинговой компании. И если бы я осталась тогда там, если бы я не приняла решение прийти сюда, то, скорее всего, я бы сегодня уже была директором какого-то департамента. Выросла бы в доходе на 100 тысяч рублей больше. Ну, зарабатывала бы. Вот. Ездила бы раз в полгода в отпуск. Вот, наверное, это было бы вот так. Но я сегодня остаюсь здесь. И что из этого вышло, я расскажу чуть позже. И самое интересное, что лайфстайл, он реально может эволюционировать. Через что? Через окружение. Например, у меня просто такое было, я расскажу свои примеры. Я когда-то жутко хотела научиться кататься на сноуборде. Но когда в твоем окружении находятся люди, которые любят отдыхать на даче, в бане, на даче, в бане, летом, зимой, вот, как-то тебя ну, не всегда подстегивает мотивация, и вот как-то вот… Ну, не находится горы элементарно, на которые ты, с которой ты можешь хотя бы начать спускаться. Но когда в твоем окружении появляются люди, когда каждый первый катается или на лыжах, или на сноуборде, ты неминуемо оседлаешь этот инструмент, потому что постоянно есть какие-то горнолыжные туры, какие-то поездки об этом разговоры, фотографии, видосы тебе шлют, как спускаются с горы и так далее. Поэтому, конечно же, через окружение через возникновение новых потребностей после того, как удовлетворили предыдущие. Недавно, несколько месяцев назад, я поставила себе диагноз, что у меня кризис роста. Я, сначала я не могла понять, что со мной происходит, а потом я поняла, что все мечты, которые я себе намечтовывала много лет лет, наверное, 20, они вдруг раз и случились со мной. И я стала не понимать, что у меня происходит. А оказалось, все просто, надо начинать мечтать дальше. И поэтому у меня сразу появились интересные мысли. Например, милый, мы с тобой планируем третьего ребенка, но ты знаешь, что это явно с нами произойдет, когда мы будем летать на джете на частном. Вот. Потому что семья большая, транспортировать ее стало намного сложнее. Вот. Меня сразу, знаете, так я взбодрилась, такая, О! думаю, отлично. Значит, у меня есть много новых потребностей. Вот. И я думаю, что мужу это тоже так это взбодрило немного. На самом деле. И что стало происходить? стал происходить визуал. Я намеренно сейчас поменяла местами логику этого слайда, потому что... У меня вообще последнее время есть такое ощущение. Вот вы замечали, когда вот что-нибудь поговорил нам по телефону или просто проговорил, там я не знаю, я хочу купить коляску или машину, посмотреть новую. Тебя, короче, Инстаграм начинает просто засыпать рекламой в ленте, в сторис про коляски там или про то, что ты сейчас подумал. Вот мне вообще кажется, что даже сейчас это начинает происходить, когда ты даже это не сказал. Вот мне последнее время реально кажется, я только подумаю, а Инстаграм мне начинает. Йога на Мальдивах, девишник там в Стамбуле. Там, в общем, я подписана на всю бизнес-авиацию, чтобы вы понимали. Вот это вот визуал так работает. То есть я не составляю калаши желаний. Для кого-то это рабочий инструмент. Ну, короче, мне хватает Инстаграм. Потому что не только я начну о чем-то думать, у меня вся лента засыпана моими вот этими хотелками. Вот. И меня радует то, что она периодически обновляется в формате того, что значит, этот этап я прожила, начался следующий таргетинг. В общем, Инстаграм вывалил на меня всю бизнес-авиацию, я на нее благополучно подписалась. Вот. В общем, я уже там. Как говорит Слава? Не знаю, как, я уже там. Вот. Поэтому я в это точно верю, проверяла. Она эволюционирует, ребята. В чем же новая реальность? Сегодня, на мой взгляд, она в том что ты действительно можешь создавать сам эту самую эволюцию своего лайфстайла И я вам сейчас это докажу. когда-то было время когда ну явно было это делать сложнее например крепостное право в россии было дело. Ну, когда, если, если, бы те ребята, которые прикреплены к чему-то земельному участку, к чьей-то даче, в общем, говорили о том, что я хочу летать на частном джете или иметь там свою конную эту карету, ну это звучало бы, наверное, тогда еще, ну реально невозможно. Был интересный период, когда лайфстайл был обозначен группой лиц. Согласно созданными ими идеалами, видения и так далее. И все шли за какой-то конкретной идеей, и образ жизни почти у всех был похож. Тоже достаточно сложно в таком окружении, ну, как быть другим. Потому что когда ты выделяешься, ты чувствуешь себя не очень комфортно. Мы до сих пор на самом деле иногда испытываем эти отголоски на себе. Было классное время перестройки, вот это время противоречий. Вот тогда уже начались первые признаки того, что. Возможно. Да? Мы, тогда первые признаки того, что появилось вот слово «возможность». Но почему-то, когда люди смотрят вот именно на эти даты, ассоциация с этим словом, ну, мягко говоря, не очень экологичная. Вот. 2010. -е. Это уже мой осознанный возраст, когда я уже начала активную трудовую деятельность и стала обращать внимание на то, что появились люди, так называемые self-made. Вот помните, да, вот примерно в этот период это началось. Кто, кто помнит? Вот, да, похлопайте. Что вот, так, вот где-то в этот период начались первые такие истории, кейсы, когда предприниматель с нуля какой-то бизнес экологичный организовал, у него стало получаться, и ты такой смотришь, и реально он там дом построил, и он сам трудится, что-то делает, создает команды, работает. Или появля появляться стали топ-менеджеры, не по блату, которые устроились на работу, да, а люди, которые также там условно с земли, да, с каких-то первоначальных позиций в компании начали расти. Но... В этот период мы стали видеть эти кейсы, но нам не хватало информации, как. Вот как у них это получается. Здравствуйте, 2020. Очень классное время, когда и технологии, и информация не ограничены. Удаленная работа, бизнес, инструкции, как из пункта А попасть в пункт Б. То есть мы сейчас с вами имеем огромнейшее количество историй. И сегодня на сцене ребята делились да, о том, как начинали, что получалось, что не получалось в этом бизнесе. Да миллионы сейчас историй, ты можешь выбрать любую, любой сценарий и его протестировать. И вполне возможно, что что-то из этого сценария будет именно для тебя. Вот, на мой взгляд в этом новая реальность. В том, что сейчас в изобилии информации мы можем с вами выбирать, где находиться. Здесь, здесь некоторые до сих пор находятся, кто-то здесь да, или здесь. Вот. Так что такое лайфстайл для меня с компанией Global Intellect Service? Это свобода планирования своего времени. То есть когда ты выбираешь, Идти ли тебе начинать, вернее, не идти, я не хожу на работу сейчас, и я начинаю свой рабочий день либо с 8 утра, либо с 10, либо с 12. Честно, я с 8 не начинаю. У меня двое детей маленьких, ну, ребят, ну какие с 8 вообще? Вот, с 12 само а то. Вот мои партнеры все знают, что до 12 меня не кантовать. Вот. Ведение бизнеса удаленно. Мы с мужем прилетели к вам сегодня из Турции. Мы несколько месяцев ведем все свои бизнесы оттуда. Вот. То есть нам не надо быть ни в России, ни в других городах. У нас больше 15 регио... город... стран сейчас в портфеле, поэтому нам не надо просто там быть. И мероприятия в сообществе единомышленников. Но это очень круто, потому что как раз вот здесь ты приходишь и ты общаешься с теми людьми, которые в тебя точно верят которые тебе не скажут о том, что у тебя что-то не получится, которые знают, что ты выбрал очень классное направление, что ты в тренде. И для меня, на самом деле, самое важное ⁇ это поддержка. Я не умею общаться с людьми, которые не поддерживают мой выбор в чем-либо. Не нравится мой муж, если вдруг кому-то, или не нравится моя работа, или не нравится мой бизнес и так далее. Я просто не умею общаться с людьми, которые меня не поддерживают. То есть и это вторая закономерность. То есть эти люди, они не обязательно будут заниматься тем же, чем и вы. Они просто могут в вас верить. И это очень важно окружать себя людьми, которые первое явля могут являться для вас маяками, да, вам интересен их образ жизни, интересен их образ мысли и окружать себя людьми, которые, может быть, сейчас для вас не маяк, но они вас подпитывают своей верой. Это очень круто. И у меня есть еще одна обязанность в ГИСе. Это минимум четыре раза в год выезжать отдыхать, например, в Эмираты. Неплохо, мне кажется. Ну, как бы такая повинность, которую я несу уже 4 года, вот, за эти четыре года мне пришлось побывать где-то в 15 путешествиях разных с компанией, а может быть и больше, я с горем пополам насчитала, считала как могла. Я знаю, что в августе я поеду на «Регату», вот, я туда точно поеду. Вот. При всем при этом уже год я пилила мужа о том, что нам надо поехать на «Регату». Вот, и как-то там вселенная услышала в виде департамента масштабирования и Вячеслава Ушенина и сказала, Саша, мы тебя спасем, и вы поедете на регату. Ну, как бы, окей, поедем. Вот и, смотрите, я с вами сейчас поделюсь интересными подробностями своей жизни. Значит, вот первое фото, где нас много, это была поездка в Турцию 2017 года. После нее оказалось, что мы ждем первого ребенка. Вот, это мне кажется тоже знаковые события. Меня услышали. No. А, в, а, значит, вот второе фото, где наш замечательный куратор, любимый куратор Александр Свистунов. И сегодня обратите внимание, мы не сговариваясь, отметили его все у себя на слайдах. Саша, ты посмотри, как глубоко ты у нас в сердцах. Мы не можем даже презентации сделать, чтобы тебя на них не было. Это, это случилось за два месяца до пандемии. Он э, вытащил нас в Прагу с командным мероприятием, вот поэтому он в центре событий. После этого… Э, это, это, кстати, была крайняя поездка за последние два года в Европу. Саша, спасибо тебе, что предугадал. Вот. И того более, более 15 путешествий вот, за 4 года. И для нашей семьи это «Lifestyles Geese», это возможность жить в разных странах. Мы пожили в Чили, попутно родили там ребенка, мы пожили в Мексике, попутно родили там ребенка, мы пожили в Сочи. Там мы никого не родили, но мы поняли, что мы хотим переехать в другой город. Вот, оказалось, не город, а страна. В общем, пока мы с мужем в поиске, где бы мы хотели жить, то есть мы не выбираем страну, мы просто думаем о том, где бы мы хотели жить. И сейчас, так как дети маленькие, подбираем, пробуем. Потому что лучше всего это становится понятно, когда ты пожил в какой-то локации. Приехать как турист и пожить в месте, более длительное время два разных ощущения. И по сути вот для нас это такая реальность, такой лайфстайл, что мы перемещаемся. Для нашей семьи лайфстайл с ГИС – это возможность открывать еще бизнесы и тоже удаленно. Это тоже определенное развитие, и мне кажется, наша эволюция. Потому что мы с мужем из глубокого найма, из глубочайшего найма были. До ГИС мы не были предпринимателями. Каким-то чудом стали. Вот. И еще для нас это возможность создавать команду партнеров из разных регионов в России и в разных странах. У нас на сегодня, я уже говорила, 30 регионов в портфеле и 15 стран. И все сложности, которые у нас возникают, это история с часовыми поясами вот, и иногда языковой барьер. Он реально иногда возникает. Вот. Ну, например, в Турции. Но, кстати, оказалось посредством партнеров его достаточно легко решить. Ну, подведем итоги. Первая реальность в том, что свой лайфстайл, вернее, новая реальность в том, что свой лайфстайл сегодня можно создавать. Можно? Я тоже так думаю. И лайфстайл — это не то, что происходит по наитию. Это выбор, это навык, и это твоя ответственность. Ну, то есть, ну, не будет так, что я хочу на Мальдивах отдыхать, на личном джете прилетать и так далее. Сижу дома, и вдруг завтра я такой сел и полетел. Нет. Так не будет. Будет так, что если я хочу быть бодрой старушкой на Бентли, летающей на частном самолете, а я хочу, я об этом должна уже подумать сегодня. Как вы думаете, да? Вот. Это насколько далеко мое видение заходит, чтобы вы понимали. Я себе представляю, что мне 72 Бентли. Вот ну, нравится мне, вот именно эта машина. Вот. И обязательно с доставкой моего тела, надеюсь, подтянутого. Частным. Может быть, уже не джетом. Не знаю, что будет потом. И лайфстайл, он реально может эволюционировать, его, не нужно, его нужно наращивать. Давайте вместе сейчас возьмем телефоны, заметки, может быть, у кого-то есть бумажки. И напиши, пожалуйста, вот какой лайфстайл ты видишь у себя через год, может быть, через два или через три. Давай вот прям сейчас 30 секунд напиши, они у нас есть. Может быть, ты бодрая старушка, может быть, ты бодрый, подтянутый мужчина в возрасте. Вот. Может быть, у тебя много жен, может быть, одна, детей много, а может быть, один. Вот. Ты имеешь, там, может быть, родовое гнездо. А может быть, ты просто понимаешь, что каждый свой день с завтрашнего дня ты будешь встречать на море, кататься на серфинге и Просто получать удовольствие от жизни. И какие шаги ты сделаешь в сторону своего нового лайфстайла? Напиши сейчас. У нас есть 20 секунд. Просто начну вставать пораньше. Включить, включить. Начну ходить в спортзал. Не буду сжигать абонементы. Вот. Посмотрю, сколько стоит перевозка частным самолетом. Или я хочу переехать в Нью-Йорк, посмотрю вообще, как это организовать. И предлагаю сверить часы через год. Спасибо за внимание.